Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу мод TradeCaptor для Minecraft Box Edition. Ну что ж, после установки данного мода мы сможем срубать аж целое дерево. Да, этот мод облегчит нам выживание аж, наверное, во много раз. Ну, давайте сейчас вам покажу. Для этого нам придется срубить конец этого дерева, и у нас упадет его верхушка. Вот, как видите, все дерево срубилось. То же самое произойдет и с елью, когда мы ее срубим. Ну вот, смотрите, все дерево срубилось. Прям под корень. То же самое произойдет и с березой. Вот как видите. Это у нас джунглевое дерево. Ну, могу сказать, то же самое произойдет и с ней. Но, к сожалению, этот фокус не произойдет с акацией. Да. Это такой баг этого мода. Ну, не баг, но еще недоработка. Потому что это только бета-версия мода, или можно сказать, первая версия мода. Поэтому акация здесь не будет срубаться под корень. Только вот эти четыре вида деревьев будут точно срубаться. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.